Это я. Элли. Ты в порядке? Боже. Кровь твоя? Она прячется здесь. В океанариуме. Ясно. Элли, идем, умоешься. Подними руки. Я ее пытала. Элли. Все хорошо. Я не хочу потерять тебя. Знаю. Дина, Джесси. Война сближает людей. Джоэл, глянь, твое любимое. Дина! Джесси! Где эти двое?
Она не спала. Тошнила, еле-еле держалась. Разбудил бы меня. Она беременна? Да. Я понимаю, почему вы пришли сюда. Но придется вернуться. Ей нужен уход, а здесь она его не получит. Да, я знаю. Я знаю. Но я не могу бросить Томми. Он здесь из-за меня. Может, ты ее отведешь? Она без тебя не уйдет. Да. К черту. Пойдем за Томми. А этот океанариум, что ты сказала? Томми ведь еще не нашел Эбби. Мы там будем раньше него. И ты готов оставить Дину одну? Придется. Ладно. Пойдем, скажем ей, что уходим. Я подожду на улице. Да. Привет. Запри дверь, ладно? Хорошо. Сделаем это. На карте океанариум на берегу. Наверное, нам вот сюда. Да. Тут хоть где-то можно остаться сухим? Ну-ка, помоги залезть. Ну, залезай. Ладно. Спасибо. Что ты сказала Дине? Что Томми может быть в океанариуме. Я не сказала, что ты знаешь, если ты про... Нет. Думаешь, это база псов? Навряд ли. Нора сказала, Эбби прячется там. Она сказала, почему они это сделали? Да. У Джоэла случился конфликт с цикадами. Теперь уже бывшими цикадами. Какого рода конфликт? Он был контрабандистом. И они не поделили какой-то груз. Завязалась драка, он убил кого-то. Видимо, решили отомстить. Черт. Это что-нибудь меняет? Нет. Я хочу прояснить один момент. Как найдем Томми, сразу повернем домой? Да. Но ты ведь не всех уродов перебьешь. Нужно отвезти Дину в Джексон. Ладно. Хорошо.
Черт, не пройти. Там вроде свет. Никак? Да. А ты не боишься, что они придут за нами в Джексон? В смысле? Ну, мы же убили кучу их людей. В их городе. За то, что они сделали. А разве Эбби пришла в Джексон не из-за того, что сделал Джоэл? Но здесь же не Джексон. Джоэл и Томми помогли Эбби, когда на нее напали. А эти пытаются перебить всех подряд. Они же стреляли в тебя сразу, так? Да. Верно. Джесси, помоги. Идем. Хочу тебя спросить. Почему она мне не сказала? Что, беременна? Слушай, она... Обязательно скажет, когда... Должно быть сегодня. Вызвали все подразделения. Да кто тебе сказал? Даже командир идет. Нам надо зачистить сектор, дождаться остальных. И потом мы атакуем шрамов. Ведь в прошлый раз... Мы не повторим той ошибки. Я нервничаю. Мы все на нервах. Они контролируют все побережье. Мы и высадиться не успеем, нас перестреляют. Эй, потерпи. Ты говоришь, как они. Как будто у нас есть выбор. Зато если все пройдет успешно... Эти псы. Им лишь бы пострелять. Они воюют с какими-то сектантами. Как они их там называют? Серафины, что ли? Серафиты? Называют их шрамами. Тебе они попадались? Нет. Повезло.
Нафига столько плакатов? Это же комиксы. Стоп. Что тут было? Тут собирались те, кто от всего этого прется. Люди типа тебя. Мы родились не в то время, чувак. О чем ты говорила раньше? Насчет Дины. Что она скажет мне, когда... Когда мы закончим тут. Чем дальше, тем труднее будет это скрыть. Не знаешь, она оставит его? Не знаю. Ну и разруха. Океанариум. Он рядом с чертовым колесом. Будем надеяться, Томми тоже в курсе. Черт. Видно, придется вплавь. Куда теперь? Я думаю.
Я ничего не слышу. Это все? Ага. Вроде бы. Тут еще! Теперь все. Судя по всему, это тупик. Да, кажется, ты прав. Джексон круче всех. Нахер этих уродов. Лучше и не скажешь. Ты сможешь там пролезть? Посмотрим. Знаешь, я бы пришел, если бы ты сказала, что вы уходите. Я просто не знала, как ты отнесешься. Я уважал Джоэла. То, что с ним случилось, кошмар. Я бы пришел. Джоэл, кстати, считал, что ты хороший. Он думал, что я в тебя влюблена. Серьезно. Но вообще, ты
симпатичный и все такое, но ты не в моем вкусе. Что так? Азиат? Ага, именно поэтому. Конечно. Совсем охренели. Пихать гриб в детский отдел. У грибов тогда не было такого значения, как сейчас. А, да, наверное. Была любимая книга в детстве? Ага. Боевые призраки. Про звездную пехоту, которая воюет с... С призраками? Инопланетными. Ну да. Ты такое любишь. Ладно. А у тебя, умник? Ну... У мамы была только одна книга для детей. Называлась «Корешок». Про мальчика, который превратился в лес, чтобы спасти деревню. И... Ну, чтобы мне не надоело, мама придумывала разные концовки. Один раз мальчик не делал ничего, и все умерли. Мне потом кошмары снились. Жуть. Ну, мама твоя молодец, конечно. Ага. Она сама доброта. Когда она узнает про ребенка, она на уши встанет. Ну да, представляю. Ого. Паскудное место. Кровь свежая. Вернемся на улицу. Да. Смотреть весь сектор! Молодчина! Я отряд брал. Я готов идти в атаку. Волны, будь здоров. Наверное, на лодке сюда непросто добраться. Хочу первым высадиться на этот чертов берег. Не торопи события. Успеешь еще. Ну-ну. При условии, что они все скопом передохнут. Не считая поспать неделю. Мой друг обещал поучить меня сальсе. Я бы с удовольствием потанцевал.
А ты чем? Буду читать. Наберу охапку книг и засяду где-нибудь в тихом закутке. Лет не читала. Ладно. Давай за выживание. Тихо. Элли, давай поднимемся на мост и сориентируемся. Да, хорошая мысль. Наверное, Эбби выбрала океанариум, потому что до него хрен доберешься. Возможно. Тут-то нам как перебраться? Можем вон по той дороге. Только она очень далеко. Или вот так. Да. Так лучше. Пошли. За мной.